На русском, на английском, на китайском. Все? Решили, куда идти? Пошлите. С моим покажем. Тут указатели такие крутящиеся. Нажимаешь, куда ты хочешь пойти, и оно тебе покажет, куда. Ну? Идите вперед, держитесь с левой стороны. Смотрите на флюгеле. На флюгеле смотрите. Идите вперед, держитесь с левой стороны. Смотри, как закатик такой. Сколько времени уже? 6, по-моему, да? Красота. Розы, как красиво. Я хочу на канатную дорогу. Алена хочет есть. Максим у нас под нас всегда. Хоть что. Солнце Москвы. Гуляет. Народу много. Сегодня суббота. Так, вот канатная дорога. Эти капсулки ездят. Вот я то, что я хочу. Ну, так классно. Я ни разу вообще нигде на канатке не была. Да что ты? Ну нигде не была, гонишь, гоню. Понятно. Не была. Чего? Что? Один раз живем. Здесь вот такая карусель. Конечно, это не для слабонервных. Я, конечно, бы туда не пошла. Но хотя Максим говорил, что катались и очень даже не страшно. Но нет, у меня была цель прокатиться на воздушном трамвайчике. Мы наблюдаем, как люди визжат. Я говорю, нет, я не пойду. Билет стоит 400 рублей по Алёниной инвалидности, и я как сопровождающая. Но вначале она захотела вот на таком прокатиться, в аттракционе. Смелая моя девочка смеется, улыбается, говорит, снимайте меня. Вот мы ее начали снимать. Девушка подошла и сказала, что надо опустить вот это верхнее, как бы, который притягивает вот этот рычаг. Но она говорит, я глухая, показывает, она ей помогла. И тут она ей помахала, что все в порядке, да, все в порядке. Сейчас запустит весь этот механизм. Да, она ей там что-то показала. И погнали. В общем, вот так, потом вниз головой. И смелая наша девочка прекрасно все это перенесла. Говорит, что все понравилось. Вот. Я не знаю, с какого возраста, наверное, все-таки ограничения есть. Но люди были, катались. Не одна она. Вот. Но очередей вообще нигде не было. Вот, улыбается, говорит, что все хорошо. И тут же инструктор тоже ей покажет. Вот здесь торнадо, не работал аттракцион, никого не было, тишина. Все, мы поднимаемся. Нет, еще не поднимаемся. Мы идем к очереди, большая очередь. Вот. Ух ты, лисенок какой. Ну что, давайте, на какой лучше? Если, говорит, народу много, то пойдем на другую. Очень много народа, все ждут. Очередь большая.
да, большая очередь. Далеко там стоять долго придется. Прошли вот здесь вот по лабиринту. Пропускают вот так. Сканер. Этот QR-код сканируешь. И да, открываются поворотики. И проходим. Поднимаемся наверх. Здесь тоже большая очередь. Каждые 30 минут в круговой кинопанораме можно отправиться в кинопутешествие по России на борту современного робота-трансформера. Билеты в робокассах. Все, мы приземлились вот здесь и спустились. Нет, красиво сверху. Понравилось. Самолет он над нами летит. Но у нас вот точно двигается. К 8 будет дождик. Домик бабушки. Куда-то ведут меня мои детки. Thank you.
Вот оно, солнце Москвы. А мы идем вот сюда. Хотим уже поужинать. Целый город. И кофейни, и все, что хочешь. Блин, драник. Мне опять крошка картошка с таким наполнителем и чай. Сынок, открой мне чай туда. Он замороженный? Ой, замороженный. Там смородина, по-моему, мелисса. Северный чай с черной смородиной и мелиссой. Приятного аппетита. Почему? А, сильно светилась подсветка. А здесь вот сувениры смотрю, всякие разные. Вот конструктор стоит такой. Машинки, самолетики. Красный. А, в одну сторону красный, в другую белый. Все, друзья, мы идем домой. Наелись, нагулялись. Хорошо провели день. Фонтан дружбы народа.